Всем привет! Вы на канале Кактусы и Компании, с вами Елена. У нас сегодня прекрасный солнечный день. За окном поблескивает снежок. На подоконнике купаются в лучах солнца мои сенсивьерии. Красоточки. И сегодня ровно месяц со дня посева литопсов. Ситуация вот какая. Вот им ровно месяц. Вот такие вот кнопки. Кнопки в будущем серебряные копытца. Что скажу? Было мне посажено 8 стаканчиков. Из 8 стаканчиков с посевами трех у меня ничего не взошло. Что именно не взошло? Я так думаю, не взошла у меня эхиверия. Не взошла у меня, наверное, крассула. Ну и какие-то литопсы не взошли однозначно. Здесь какой-то листик, он уже отвалился, пророс. Ну, вот это вот, я думаю, красулка растет. Наверное. Какая-то, одна единственная. А, и я не знаю, как всходят какие-то там титанопсисы или кто они. Тоже буду смотреть уже по ходу роста. Ну, в общем, считаю, для первого раза, для первых моих посевов, урожай по всхожести. Урожай, да? Ну, то есть будет урожай. Всхожесть более-менее нормальная. Я уже открыла все пленочки. Стоят они у меня на воздухе. Периодически опрыскиваю их. Ну что, с днем рождения первым вас, мои литопсы. Я надеюсь, что вы у меня будете расти и здравствовать, и порадуете меня к середине лета красивым, изящным видом. Вот еще солнышко, снежочек. Кому снега нужно? У нас в этом году снега мало, морозы сильные. И я так думаю, у нас все посевы зимы вымерзнут. Смотрите, как блестит на солнышке снежок. Красота. Ну что, на этой снежной ноте я с вами прощаюсь. Следите за моими видео. Всем пока-пока, всем большой привет.